Запись. Да, вот, запись началась. Кстати, кто у вас какой плеер? Левчанин первый, да? Да. И Митко второй. Итак, тест моего хака. Я сделал карту, вот, которая сейчас на экране. Девятая карта по счету. Карту я взял из-за Дюна Легаси и благополучно портировал ее, ну, там, доработал в PvP Дюну. Ну, чё, попробуем. Ну, и еще там спайс я тоже подкрутил, то есть генерации никакой нет, спайс заканчивается, но он очень медленно заканчивается. Так что, я думаю, вам хватит. Ну, все. Удачи, удачи, давай, Липецк, желай. Да, удачи. Спасибо. 0-2-2-4-3. Ключ для хеширования. 2-2-4-3, да? О, нифига себе, это что такое вообще? Какие-то красные эти. А что это неубиваемый такое? Забор. Ну, это аналог гор, короче. Аналог гор. Ага. Досовский. Да, блин, что мы с этим? Понятно. Так, погоди, а второй плеер, Митко, ты там чё? Что? Развиваюсь? Да? А чё-то у меня ничего нету. А, понял, знаю. Понял. Я отвалился. От второго. Ну это ладно. Всё, вижу. Ну, в общем, вот этот забор, это аналог досовских гор. Потому что на этой карте есть длинные горы. Ключ 2-2-4-3. Вектор. А имя? Да-да, а... 151, 151 начинается. Сервер. Ультимат Кап называется. 151, точка и дальше там. Это сервер. Как там? Точка и... Ну, у тебя там должен быть в списке он. Если у тебя там правильная версия. Или у тебя без оболочки, наверное, я ж не в курсе. Я понял, 151.248. То есть тут изменена только карта. Миссия такая же. Миссию я даже не трогал. Так получилось, что она меня устроила. Recording, acknowledge,
О, зашел, товарищ. Так, ну раз игроки молчат, то можно это поговорить тогда с Вектором. Вектор, ты меня слышишь? И что? Как ты вообще узнал про... Ну, как ты к нам попал, короче? Ну, в общем, вот так. Раньше, в 18 году, я играл в мото Докмана, ДВВХ, это Дюна, World War. В общем, старый хак играл на сборке R81C. Понравилось очень. Но тогда я на планшете играл, а тогда я не знал эмуляторе Midnight. Ну вот, в общем, игра вот последний месяц за предиктора. Не последнюю, а седьмую. И в итоге на новый не прошел. И в итоге удалил. И как-то год прожил без этого спокойно. И дальше я снова Докмана стал спрашивать, чтобы он мне эту старую версию выслал. А у него не было. И так я там всех отспрашивал, только мне юзер помог. И вот поэтому, чтобы... Вот где я там, по ссылке у вас есть под видео. Попал сюда и... Юзер мне скинул. Это так. Юзер состарил хак Докмана, что ли? Не, юзер мне скинул не ту версию, что мне нужно было. Я как старые хаки больше, как старые версии как-то больше предпочитаю, чем обновленные. А почему у тебя именно старая версия понравилась так? Мне что-то то, что первый раз увижу, что-то второй раз что-то новое не ходит. Не могу привыкнуть как к новому. То есть ты консерватор. Консервативных взглядов придерживаешься. Просто типа привык, что вот... такому какому-то конкретному геймплею, да, и типа... Не особо уж понятно объяснил, но вот так. Ну, ты в новую же версию играл? Играл. Ну, как-то обычно делают новые версии лучше, чем старые. Как ты на это смотришь? В принципе, да. Пока о своем хаке, только палитру времени там поменял. Она вот изначально такая золотистая была, сейчас она такая беженькая стала. Ну и палитру регионов самих и планету на финальной доставке. Прям цвет прям золото прям. Прям как горящее солнце написать по цвету. Регионом где-то 4 часа мучился. Ну, вроде нормально получилось. 5 регионов. С точником тут, как знаковый запомнил. В лабиринте. А ты вообще откуда? С какого региона? Ростовская область. Ростовская? Не, Московская. А, Московская. Ну, блин, тебе сам Бог велел.
играть, конечно, сетевую, если у тебя интернет нормальный. Стрим, все хорошо. Уж Москва, это ж все серваки там в Москве в основном. Ух ты, удобно. Вот микрофон надо держать. У меня просто наушники, там у них сам встроен микрофон. А Bluetooth. А зачем их держать? Ты одеваешь их и разговариваешь. Они обычно вместе с микрофоном продаются, а тут так просто уши одел на голову и все. А ты только в Хак Докмана играл или еще какие-то тебе попадались? Изначально я в твой играл, где там первая кампания за Сурдукар была. Ну то есть все по порядку начинал. А, то есть это, видимо, имеется в виду довольно старый хак. Дюны с 15-го года там начал играть. А, Метро Хак 15-го года. Нет, вообще с 15-го года вообще в хаке стал играть. То есть сначала ты... в Липецк, там 0.1, по-моему, называется. Наверное, Дюны Хак Миссион Сардукар, вот этот? Да. Там, по-моему, последняя третья версия. 0.3. Ну, первый раз играл 0.1, потом 0.3. Там, по-моему, различие в том, что там миндат дорисован нормально. Да, там миндат. По-моему, три последних этапа, по-моему, сложнены, или два. Там вроде десант. Временских трупер добавлю. Последней версии. Там она более усложнена. Чем первая самая. Ну, у меня сейчас. Ну, конечно. Сейчас самый главный хак — это Дюна в квадрате, который называется Fun Mod Dune в квадрате. Где есть та самая компания за Сардукаров. Точнее, она уже не совсем та стала. Так что тоже рекомендую для повышения, так сказать, лавиков попробовать. Да, мне осталось там до фрейминга, да, на 6-й миссии пока нахожусь за фрейминг. И за Сардукаров осталось пройти, и все в принципе. Дюн в квадрате? Да. Ну и как? Карта хорошо как выглядит, ну составлена хорошо. Миссия, так сказать, за третью даже как-то сложнее было играть, чем за отдыха. А ты на какой, кстати, сложности? Так, ну в основном где-то на... Ну, первый, может быть, первые 4 миссии играл на... Даже первые 5 миссий играл везде на нормале, дальше уже... А дальше? Ну, последние, вот эту 7-8-9 миссии играл на Муадибе. Там, помню, Залбес играл в 8-ю миссию, там вообще... На Муадибе бежу к Соше, там если не пушки, там вообще не спасло бы ничего. Прошел все? Или вынесли тебя? Прошел все. А версия какая? Он 15, да. 15, последняя. Ну блин, монстр. Если ты действительно отвечаешь за свои слова, значит, я думаю, ты неплохо составишь конкуренцию ПВПшникам. Какой, конечно, еще было легче. Он там, у них Хорикейн вроде был такой. Да. Халявный, как блин. А вот мне недавно писали, что за Харконина вторая миссия непроходима. Как ты это прокомментируешь? Я ее прошел, по-моему, на как... Не помню, какой, по-моему, на харде прошел ее. На планшете. Ну, конечно, с первой попытки, там, со второй или с третьей, не помню. Ну, как бы сказать, запасы... Где-то 30 секунд оставалось до поражения. Ну, в общем, я успел пройти. Ч
чувак в теме. Что десант? Десантов там много, а вот как бы сложность. Да там, по-моему, только сардукарский десант. Не помню. Не помнишь. Ну, там, по идее, сардукарский десант. Я его специально сделал. Он как бы... говорит о том, что время закончилось, и вам крышка пришла. Вот, ну, в общем, надо как-нибудь глянуть эту миссию, может, упростить ее. Если уж она действительно там это... Ну, я, по-моему, там сам ее проходил, скорее всего, там 8 минут давалось. Скорее всего, я ее значительно быстрее проходил, за 6, скажем. Ну, в общем, надо посмотреть. Ну, как вам, народ, играется? Отлично, вообще, это что-то нечто новое. Что-то новое, да? Что-то новое. Но хорошо забыто старое. Ну конечно, хорошо забыто Дюна Легаси. Так, сейчас я отойду ненадолго. Пушек много. Смотрю, легом увлекается. Лего увлекается. Он в детстве тоже любил лего собирать. Только не то, что на чем нарисован, а сам придумал. Там различных роботов. Автобусы делал. У него воображение было. Денечек тут побольше надо. Thank you.
Я вас перенес в комнату стрим. Сейчас стрим будет? Нет, не будет. Типа спасся? Ну, я просто делаю запись, и у меня там надо быть в этой комнате, чтобы показано было, то разговаривать. А, вон что. Да, а чё вы? Ну да, поехали. Не, я просто на паузу нажал, думал, стрим будет. Не подавился от слова стрим? Да. Олимпийский, я что-то это вспомнил, как ты вчера про Славу шутил. Ну? Типа, когда его перетащил, такой, ну, и ты специально такой, ну, значит, это, удаляем что-то, собаним, делаем без Славы. Я не знаю, как тебе эта штука в голову пришла. Да это старый прикол, на самом деле. Да. Дело очень как срежиссировано, как будто заранее все продумал, что хочет сказать. Это понятно. А ладно. Да не может быть. Сделал я совок все-таки эту карту для ПВПшки. Вот они сейчас в нее играют. А парни, пошарьте экран. Ну, если хочешь, я могу ром скинуть. Кинь. Ты только одну сделал? А как ты его перенес там? Просто кучу байт вставил? Ну, в хексе. Ну, я понял, да. Пока что. Угу. Для начала. Чтобы проверить работу. Ну, так и я поучаствую потом. Чего нет? Если разберусь. А, тебя заинтересовала эта тема? Не, ну не то, что, знаешь, сделать карты, там ты можешь, я могу. То, что играть мне в Дюну не дано, я спорить не буду. Факт, конечно, да. Участвую. А сделать какую-нибудь зеркальную карту, ну, еще сложно. К тому же можно, знаешь, открыть там турниры по Старкрафту, глянуть 5 там турнирных карт, примерно понять, как они сделаны, да, и все. Ну, у меня вопрос, ты керриером управлять умеешь? Ну, ты можешь приказать керриеру взять MCV и отвезти в точку А? В Дюне в этой нельзя так делать. Понял. А вот, например, в Легаси, по-моему, там можно. Да, блин, жёванный этот... Торт. Оперу тоже. Даже торт. Там не MCV только, там... Вон и крот. Там все четко, вот в Дюн Легаси. Я думаю, по логике там должен быть инженер, который строит. Да, да, вот это главное. Может, самолетом управлять можно? Да. Это другой вопрос. Чуть-чуть тише. Ты Вектор расскажешь что-нибудь, пожалуйста? Вектор? Вектор Мэн, скажи что-нибудь. СОВОК. Да, привет. Я просто тебя балансирую на, ну, чтобы твой голос звучал примерно на уровне, как у всех остальных. Вот. В общем, там еще в Легаси мне очень треки нравятся сами. Как можно слушать их уже. В Легаси ты там, допустим, нажал на Харвестер и нажал на поле Спайса. Вот где бы Харвестер ни находился, его Кирилл берет и отвозит на поле Спайса на этом, который ты ему показал. Mm-hmm. Без вопросов вообще. Не спрашивай. Хорошо это, плохо ли. Вот это мне понравилась штука. Ну, я думаю, любому бы она понравилась. А тут непонятно, прилетит, не прилетит, отвезет, не отвезет. Хватит это ли их, не хватит. Этих ног ставить, строить. О, нифига, ты тут наклепал, ты японский бог. Жесть. Нифига ты мне тут. Да так, я просто в ауте с тебя. Ты там вообще засел, где-то оттуда не выкурить. Там справа тут проломит базу. Ну то есть справа там стенки проломит, и может кто-то разведает справа сам с базу. Ты там не подсказывай это, Вектор Мэн. Пусть они сами это
разведу, что угодно делают. О, как база построена. Понятно. Ребята, какого у вас сервера ключ? Блин, у тебя преимущество все давно, слышь? Блин, я не буду говорить, какое. Ты скажи, какой сервер, какой ключ. Ну, собственно, 1.. И там вот так начинается он. Понял, а ключ? 2.2.4.3. Потом тогда мне скажешь, что там. Какие условия там были. Вообще Лидис дальше под. Дальше после того, своего первого хака с Кадукар стал проходить хак. Я зашел как. Извиняюсь, я к первому игроку зашел, первый у нас кто? Захрипольный. Вообще. Так, Вектормен после хака с Радукаров играл в хак времен. Так? Да, тут на R50 первый бейсборки. Ага. Тоже старый хак. Но хороший. Ну, я по порядку там играл. Вот говорю, какие за всю жизнь играл. Даже ты играл его там. А как ты вообще понял, в каком порядке играть? Запомни. Нет, ну как. Откуда ты вообще порядок узнал? Сложный вопрос, да? Так, что под руку попадется и скачу. Вот, а где ты взял там вообще? Ну, на рамхаке в сервере. Набирал в поисковике на 2 мод хака, и там первый хак метр высвечивался, и там искал. Там множество было. Хак выбирал, какой из них скачать. Страницы этого Эмэнда там пересматривал. Ну вот и скачивал, играл. Либо слышишь? А забор ты строил или парни сами? Забор красный. Мой забор. Это аналог гор ПВП. Ой. DOS версии Дюны. Вот у них. Это там... аналог гор в любой нормальной стратегии, так. То есть они не ломаются, да? Нет, они не ломаются. У неубиваемые. Все правильно. Интересно, как ты так сделал. Горы неубиваемые. Да, пришлось заморочиться. Будешь потом гайд по созданию этого редактора писать. Да, сложно. Ну, вообще, хотел бы весь забор сделать. То есть, тут видишь, только один метатайл использован. Ну да. А их всего 12. Там просто нужны неиспользуемые метатайлы. А я нашел только 8. Еще надо 4 где-то найти. Если вообще они существуют. Ну пока вот для теста. Ну вот это нормально. Такого. Эта карта, ну, способствует тому, вот когда у тебя так база окружена, чтобы стычка была на юнитах, чтобы они дрались, ну, в лоб, а не то, что кто-то зашел в спину, тебе разбил хровестик, разбил базы. Вот да. Мне тоже так показалось. Ну. Про современные стратегии уже 20 или 30 лет играют вот так. Правильно. Единственное, что мне кажется, лимит на пушке надо делать поменьше. А вот, кстати, в онлайновой Дюны, Duna.com, или как он там назывался, сайт. Браузерный это Дюна. Там у них был, по-моему, лимит на пушке. Они сделали. Видимо, тоже не случайно. Ну да. Надо фильм просто по игре. Певецка, а ты не помнишь, кто делал в твоем хаке за фриминов у базы на 9-й миссии? Доставлял сардука. Ну, кто делал мод, тот и миссию делал. По-моему, да? Нет, сами здание, там, конструкцию здания делали. А что там с конструкцией? Типа, вот тут так очень интересно составлено, там столько много зданий, как бы так. Просто, в общем, конструкция зданий понравилась. Конструкция базы понравилась.
Ну и карта сама очень прикольная. А в каком хаке? Вот этом, R51B. А, ну за хрень. Так я и делал. Мне очень понравилось девятая миссия, даже перебил там раз по 4, да. Девятая за фрименов? Да. Тебе понравилось? Серьезно, что ли? Больше всего понравилось. Так она там жесткая, пипец, в начале. Там тяжело, как бы, союзник спасти. Ну, то есть, да, как бы, чтобы он военный завод союзника остался, тяжело сделать. Обязательно что-то снесут важно. Если тебе понравилась эта девятая миссия, то посмотри, что во что я ее превратил в Дюни в квадрате. Там та же самая миссия. Та же самая карта. Союзник. И союзник там. И десант там. Ну там база ого-го у сардукаров-то. Там на форме подковы сделано. Ты про эту же говоришь? Да. Вот. И долго ее выносишь. Там 5 что ли констракшенов? 6. 6, ну 6, значит. Там, да, 6 констракшенов, там 5 заводов и 4 тяжелых завода. Радар и один хай-тек. Ну и 3 борца. Да, я, кстати, один убрал в Дюнь в квадрате. Вместо него ремонт сделал. 2 этих осталось. Это прикольно, что кому-то зашла эта карта. Что, все жаловались на нее? Ну, не все, но Доку, например, когда играл, он там бомбил, конечно, то, что постоянно они отстраиваются. Очень, как-то очень бомбил сильно на стриме. Ага, космопорт видишь какой. А ты только построил, что ли? Давно уже стоит, только сейчас вот хотел. А, ты только сейчас его зашел туда, да? Да. Олег, космопорт. Баланс юнитов тролли, Слава? Не, баланс я не трогал. Я только карту. То есть... то есть ты можешь еще и баланс трогать? Нет, пока нет. Не, ну в теории могу, конечно, там. Там же баланс еще бота как-то надо настроить, чтобы он развивался, да. Чтобы у него апгрейды были у второго игрока. Ну пока нет такой как бы задачи с балансом там связываться. То есть пока здесь изменена карта, миссию даже не трогал, поэтому вот она глючная оказалась. Ну не поэтому она и была такой, то есть космопорт забыли добавить. Ну понятно. Но я когда доберусь до миссии, я конечно отредактирую, и космопорт будет заполнен. Это 100%. Дальше я уже хакметр играл на очереди. Свобода первый был. Еретик! Какой-то очень легкий был, как-то не совсем интересно было играть в него. Ну там. На основе оригинальных. Потом, по-моему, 18-го года играл, это же на R80B сборке. Там уже было интереснее. Тоже его же? Да, у него там 3 версии, 79-я, 80-я и 81-я. Говорят, как раз 79-я самая такая... Графика там надо. Проработанная. Потому что, видимо, он потом как... переводил на сборки другие, уже не тестил толком. Мне что-то 80-й больше нравится, там и сложность нормальная. А 79-й как-то там вообще легкодня просто. Мне R80B зашла больше всего. Ну, может быть.
Ну там, по-моему, классический стандартный, только интерес представляет за Фрименов и Сардукар. Наверное, 81C, но последний сбор там. Как там дох он играл, по-моему. Ну и выпал очередно. Там минус такие, что он там, по-моему, точно с попадания поля сделал. Маленькую очередь. Ну как бы из-за этого юнита. Сели часто очень урон. Да сука, тупые, блин, эти придурки, сука, куда вы прете, блин? Вообще не понимаю, что это за поведение такое. Чё они ездят, я вообще не пойму. Это Дюна называется. Это не Дюна, это бред какой-то, вот я этот. Я всегда говорю. И ты слышишь, а если бы ты использовал вместо вот этих красных новых заборов, эти самые горные хребты, которые есть в игре? И я вообще не понимаю. Да можно и горные хребты. А потерял. По огромным хребтам, получается, пехота может ходить, я правильно помню? Суть в чем, что один только мета-тайл, один я использовал. Mm-hmm. У гор, даже вот у маленьких, да, у них четыре их, четыре. Ага. А тут стены, видишь, какие? Они же... Ну, какие-то горы будут целиком, скажем, влезать, да, из четырех мета-тайлов, mm-hmm. а какие-то там, ну, не поместятся, получается. То есть это плохой вариант. Да, их можно подрисовать, поменять? Как это подрисовать? Ну, там графику же юнита можно менять, а графику тайла в этих там гор? Нет, можно, в принципе, да, сами горы изменить. Но mm-hmm. это уже, получается, тогда будут нестандартные горы. Ну да, я понял. То есть они, не знаю, как... Короче, я правильно помню, через гору могут лазить эти человеки. Да. А вот, кстати, да, посмотрите, человеки могут через стены пролезать. Вот эти. Ну вот я строю человека. По идее, да, да вот, должны. Сидят. Должны, да. То есть ты вот это делал, этот забор из гор сделал, правильно? Вот. Я делал им свойства гор. Ага. Не из гор, а добавлял свойства, чтобы были как горы. А, блин, еще вот это вот раздражает собачью, блин. Кстати, да, девастатор очень медленный. Как увидеть, понятно, что они медленные, но они сильные зато. Вон, я тебя там выкусываю потихоньку, блин. Нормально, мне нравится. Чуть-чуть тут, хоть с бачка тебя тут начал тут атаковать. Мне это не нравится, балансность как-то после Razer. А, нормально. Меня прикалывает. Тут надо подумать. Ракетницы, блин, нахрена стоят, не это самое. Нормальные ракетницы стоят, тут все стоит как положено. Ой, зафиг, там вроде только ракетницы слабые, такие юниты. Они то попадают, то не попадают. Это обычные ракетницы. Вот Хорикейны неплохо так гасят. А, хотел в ремонт забрать, не забрал. Почему? Там у нас оружие уже. Так. Ох, ну вот сюда. Так. То есть еще раз. Сюда, да. Тарах-бабах. То, что здесь а другая карта. О, здесь нет генерации спайса. А, смотри, вон ходят. Я не скрываю, короче, я уже встал. По красному зону ходят. Реально. Да, ходили они. Угу. Ну тогда, в принципе, действительно можно менять, перерисовать горы вручную. Чтоб более органично смотрелось. Фарум дальше дошел до ТВВ хака, потом до фанмода твоего Липецка и Дохман Дюна Дохман Эдишн потом, последний очередь дошел, так и в порядку. Ну и все. Ветеран войны, получается, Вектор.
И спас я сделал так, чтобы что он очень медленно заканчивается. Ну вот, не знаю. Ну не знаю, лучше я или хуже Рейзера играю, не знаю. Судя по стриму, что-то он чересчур гасит всех. По 45 минут проходил миссия в ПВ-хаке. Думаю, что я лучше Рейзера, но думаю, не хуже. А сейчас кто у нас играет с Лепчанином? Нитко. Я думал, Вектор монотестики. Зачем ты Митко сдался как-то? Да я спрашиваюсь, на самом деле, я уже устал, на самом деле. Чисто как меня напрягает это уже после миссии Рейзера, то что... А мы там всего лишь 5 минут-то поиграли. Да нет, ну вчера сколько играли, я уж как-то привык к тому балансу, то что... Это кооператив Рейзера, конечно, здесь проще. Здесь то что... А фитнесы просто стоят, нихера не делают, это меня сильно прополняет. Я уже после... Да, я не могу на это спокойно смотреть. Ну, Толипец сделал то, что Слава не смог. В балансе Слава. Пехоту юзабельной. Да я не делал пехоту юзабельной. Да, ну ты ее косвенно получилось так, что сделал. Ну да, в этом плане получается, да. Само собой так вышло. То есть бесполезный юнит, но узко специализированный, но все равно изабельный, да. Надо делать побольше. Или внутрь там базы врага зайти. Мне надо с кем-то по нубе играть, не знаю. Это прополняет. А чё там с ракетницами-то, Митко, поподробнее? Ну, не знаю. В хаке Рейзера нормально всё. Они не стоят, не тупят, когда их обстреливают. А здесь тупят. В смысле, кто именно обстреливает? Вот, допустим, та же самая ракетница, у неё приоритет по дальности. Я уже просто... Ну, здесь в этом... Тут они как? Ну, здесь как в оригинале, они стоят и тупят. Если их обстреливает ракетница. Просто грот. Если Катюша их обстреливает, то ракетница, ну, то есть, как бы мои турели стоят, тупят, вот. Так. А тут понимаешь, что получается? Дальность ракетниц больше, чем дальность турели. Ну вот, да, они, вот это... они просто стреляют, и турель их не видит. Она их не видит просто. Ты про этот момент? Да, да. Что-то как-то уже подотвык от этого. За вчерашние стримы. Они, скорее всего, как сделали? Они сделали, как мне видится, все-таки фикс этот центральный, чтобы... центр был в центре, вот этот фикс. Я не знаю, понимаете, о чем я? Вот. Так, ребят, я подойду через полчаса, удачи вам. Давай. То есть там как в оригинале было? Если снизу подъезжать ракетницами, они как безопасно там стоят, стреляют по верхней турели. Если сверху стреляют по нижней турели, то их уже там видят ракетницы, эти турели, потому что там был, ну, неравномерный радиус поражения турелей, короче. В сборке был фикс соответствующий, что независимо от того, где стоит турель, там внизу, вверху, это ракетница внизу, вверху, то есть у нее равномерный радиус поражения, то есть появились равномерно по периметру слепые зоны. То есть надо знать, где становиться.
Ну бот не отстраивается, да? Это не бот. Какой бот? Ты чё? Вот, кстати, еще один момент. Это бот, правильно сказал. По поводу бота, кстати, тоже момент. Вот. Но если этот фикс сделать, тогда получается, как компенсацию нужно дальность турели повышать на одну клетку. Скорее всего, они этого не сделали. И из-за этого такая штука. Это во-первых. А во-вторых, против тебя играет не бот, а человек. А человек знает, куда ставить ракетницы, чтобы их не задевали турели. И поэтому кажется, что ракетницы, то есть турели, ну, типа, неправильно работают. На самом деле, это игрок их ставит в правильное место, потому что он не бот, и он знает, куда их ставить. Но это в идеале, конечно, если толковый игрок. Поэтому, конечно, если сравнивать вот, когда вы с компом играли, там комп как бы не понимает, куда он прет. А тут, конечно, человек, он будет знать, куда стрелять, и когда стрелять, и чем лучше. Там девастаторов там был. Вовнутрь базы надо вести. И тут, наверное, нет какого-то решения такого. Не знаю, в Tiberian Sun было все проще. Допустим, эти все юниты стреляют как бы, ну, 9 клеток, допустим, да? Но, допустим, юнит есть, который сносит там лазеры быстрее. Вот так вот. То есть он может быстренько подойти, да, это самое, мощно ударить и уйти. Но тоже, опять-таки, у него перезарядка долгая. То есть там... как бы по дальности там как бы паритет, там другие нюансы. Ну, это значит вопрос просто баланс. То есть, ну, можно, да, да, можно вопрос, перелопатить вопрос, баланс. Да, это вопрос, но, баланс. Но прикол в том, что у разных людей представление разное о балансе. Ну да. А да. Хитер, да? Я в том числе и к тому балансу тоже привык. Что ты можешь снести турель, ну там не турель, там лазеры, да, допустим, лазеры там, есть как бы мощный лазер, есть обычный лазер, ну дальность у всех одинаковая, то есть дальность поражения у юнитов одинаковая, только за счет перезарядки там. Тут как, если сделать какого-то юнита эффективного против турели, то турели, значимость турели тогда. Ну будет. Вот она, значимость турели. Я все турелями заставил, вот она значимость. Показательная значимость. Ну и чё там? Турели можно вообще в этой игре не ставить. Ну, самое простое, что здесь, это увеличить дальность на одну клетку. Это самое простое и очевидное. Пушки еще не сильные. Как можно еще пушки там уничтожить там? По 4, не знаю. Тяжел 4 наемника, по 4 группы наемников направить на пушку на одну, и можно, в принципе, спокойно захватить. Там, от пушки избавиться. Впрочем, пока дойдут эти твои наемники. Да. Дохманском этому хаке, где он Дохман Эдишн, там я так делал. Не получается разрушить, сразу начинаю толпу накалить на здание, и оно захватывает со временем. Да. Ну как вам карта новая?
Но это быть была бы часовая бы битва бы бесконечная, пока бы там не подохли все от ну недобычи спайса, короче. Мне кажется так. А так нормально. Но если с достойным оппонентом, как бы, блин, ну это просто карту заучил и все, и уже. Что-то про спайс, ну, я так и не понял. Ну я говорю про спайс, про то, что была часовая битва бы. Ну. В том плане, что если бы были бы равные оппоненты, да? Пока спайс не закончится, вот так. Да, да, и там... Ну... Короче, бы не сдохли, пока там был бы спайс у тебя домашний. Я считаю так. Спайса-то хватило? За глаза. Или надо меньше делать? Или больше? Не знаю. Да хватает спайса. Надо тестить. Ну вот вы сейчас тестили. Надо тестить. Ну нам хватало спайса, хватало, в принципе. Там предостаточно. Ну тут максимум, да. Что можно сделать, просто стоит. То есть максимально спайса. То есть он добывался максимально медленно. Не добывался, а с карты пропадал максимально медленно. Да, да. Если подубавить, то, конечно, будет уже проблематичнее там. Допустим, кто-то в экономику вложил, кто-то там... Я просто не знаю, насколько интересно тот или другой вариант. Ну тут все упирается в добычу спайса, понимаешь? Вот я, не знаю, Славику хотел вчера сказать, но это было бы без это не актуально. За каждое снесенное здание, там, допустим, стоит электростанция 300, да, либо 9300, понял? И ты там уже сам выбираешь, либо юнит заставить, либо это же здание покупать, понял? Ну, к примеру, вот сколько оно стоит там, по умолчанию, в строительном дворе. Такое бы количество заснесенных зданий бы давали, ну, понял, как? То есть это лучше сделать, чем продажу зданий. Можно же такое провернуть? Можно. Надо славу просить шелом. И тогда добыча спайса бы можно было там уменьшать или еще что-то бы регулировать. Но это уже другой вопрос. А так, в принципе, у меня вопросов нет. Нужно тестить, нужно играть. Мне понравилось. А Вектор не желает сыграть? Да, Вектор, вот. Давай, ты долго рвал с собой. Давай. Я могу сыграть, да? Я нельзя. Ну вот. Хоть ты в какой-то голос вышел. Уже достижение. Заходи как плеер номер 2. Так, хорошо. Сейчас я игрок 1. Сейчас. ПП, да, будем играть? Так. Совок у нас отключился, что ли? Тебе надо во втором Миднафине написать команду слэш тейк пробел 2. Так, спасибо, Медко, тебе за игру. Да, да, я еще посмотрю, как вы поиграете. Мне тоже интересно, как с тобой сыграет более мастеровитый игрок. Потому что вот я думаю то, что вот сейчас такая ситуация сложится, что у кого спай закончится, ну у кого спай закончится, тот и проиграет. То есть... А тот увидишь, он по максимуму стоит, так что тут. Ну все равно как бы будет продолжительная битва, все равно. Да мы еще не знаем, с кем имеем дело для начала. Ну вот я да, к этому и клоню, то есть. Ну, команду приписать. Слэш, тейк, пробел 2. Во втором Миднафине. Сейчас я тебе напишу в Стиме. Ой, в Стиме, господи. Какой, да, где мы будем играть? Я сейчас настрою, мне только сервер там написать. А ты... команд самой. А ты не заходил в игру, что ли? Ходил. Ну? Я говорю, кооператив или PvP будем играть? PvP. Ну ты заходил сейчас, во что? Кооператив. А, то есть заново эту миссию? Ну, да, ту же самую. Просто прописываю, я тебе скинул. По-моему, он не осознает, что от него хотят, мне кажется. Ты играешь против Липчанина. Он твой злейший враг вообще. Понимаешь ты? Ну он враг, ты должен с ним что-то сделать. Уничтожить, как минимум. Раскатать? Раскатать, да.
Так я закал, значит, за три. Ну ты зашел? Ну он все, он вроде как это прописал. О! Отлично. Пусть еще пропишет команду. Он четвертый, да? 2-4. Будь здоров. Слэш дроп пробел 4. Еще команду пропиши. Вектор. Вектор, ты живой там? Живой. Пропиши команду слэш дроп пробел 4. Так, миднафин зайду, я все уже на рабочем столе запутался. Куда заходить надо? Бывает. Так, ладно, пока он настраивает, я на 5 минуточек отбегаю. Быстрее, может быть, даже быстрее. Так, а кто вот это вот WGGKDTEU? Это чей ник? Что ты мне подсказываешь, что это его ник? Мне я тоже подсказываешь, что это его ник. Не знаю. Вышел. Вот кто сейчас вышел? Я. Yeah. Ты вышел? Понятно. Да. А ты это... Ник там твой поставь в Минафине. Вектор пропиши там. А то так непонятно.